Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Маша. Сегодня мы отправимся в замечательный город на воде – Венецию. Уже прибыли в Венецию. Сейчас идем по Паретто, покупаем билеты и едем. В Венеции нет машин. Их заменили на гондолы, вапоретто и также на другие катера. Ехать до нашей остановки еще долго, поэтому пока что мы будем наслаждаться видами из окна. Проезжаем знаменитый дом Кадора. Посмотрите на его изные окна. Одно из самых людных мест Венеции – мост Риальто. Но мы уже плывем по Большому каналу. Видите вдалеке сероватый куполок? Это церковь Санта-Мария-Салюта. В нее мы еще зайдем. А сейчас мы находимся на площади Сан-Марко. Она также является самым людным местом. Пытаемся пробраться сквозь толпы народу, также найти очередь, чтобы попасть в собор, и наслаждаемся видами на собор, колокольню и дворец Блаженства. Собор нельзя было снимать, но мое мастерство без палевной съемки помогло нам снять хотя бы какие-то кадры. Но зато на крыше собора снимать можно, поэтому хотя бы насладимся видами с крыши. Выйдя из собора, я продолжала бродить по площади. Перемещаемся к следующей достопримечательности Венеции – мост Вздохов. После обеда мы вновь сели на вапоретто и отправились на следующую нашу остановку. Как думаете, что это у вас? Еще есть время подумать. Да, это базилика Санта-Мария-Салюта. Ну, а на этом все. Не забывай подписаться, поставить лайк. До новых встреч, жди новые видео. We'll be right back.